пятницу в Музее изобразительных искусств имени Александра Белого прошел праздничный вечер «Хранитель времени», посвященный Международному дню музеев. В этот праздничный вечер теплые поздравления принимали сотрудники музея друзей художников Григория Вовка, Ларисы Беляевой, Анатолия Гробенко. С супругами Погореловыми в дар музею была преподнесена старинная амфора. Директор музея Любовь Мариенко рассказала гостям о новых экспонатах и пополнениях фондов. За эти 4 месяца этого года музейный фонд пополнился на 106 единиц хранения. Из них были подарены 70 картин и 35 изделий из фарфора. Большую коллекцию была подарена заслуженным художником Украины Николаем Прокопенко. За плодотворный труд на ниве музейного дела в честь Международного дня музеев грамотами были награждены директор музея Любовь Мариенко, заведующая фондами Зоя Шерухина и сотрудники музея Светлана Санина и Лариса Павлова. Воспитанницы образцового художественного коллектива «Радость» подарили зрителям хореографические композиции «Ожившая скульптура», а ильичевский музыкант Сергей Батура виртуозно исполнил несколько лирических мелодий. На выставке «Хранитель времени» гости увидели картины из фондов музея. В зале музея предоставлены картины современных художников. Это картины, которые пополняют наш фонд, художники, которые проводят выставки. Здесь у нас картины Алексея Попова, заслуженного художника Украины, которые были подарены его вдовой Людмилой Поповой. Здесь у нас современные художники, такие как Лариса Беляева, Анатолий Горбенко, Григорий Вовк, также Петр Нагуляк и наш известный ильичевский художник Валерий Прудников. Его картины, особенно мы всегда предоставляем портрет Евгении Борисовны Зильберт, это жена Александра Белого, именем которого назван наш музей. Также здесь предоставлены картины Ольги Французовой, которая тоже входит, является членом Союза художников города Ильичевска. За годы работы у Музея изобразительных искусств имени Александра Белого появилось множество постоянных посетителей и друзей, которые с нетерпением ждут новых выставок и посещают все музейные праздники. Я живу возле музея, и как бы это моя вторая квартира. Я действительно сюда очень часто хожу с удовольствием, и ребенок приходит. Желаю нашего музея развиваться в дальнейшем, почаще менять экспозиции, интересно, привлекать побольше людей, зрителей, наших горожан почаще. И такие мероприятия почаще проводить. В праздничную программу вечера вошли также несколько мастер-классов. Валентина Гацуляк демонстрировала свои работы и провела урок у мастерицы, а начальник отдела культуры Юлия Кристанова лично обучала собравшихся старинному полонезу.